Чуть больше недели остается до завершения акции «В добрые лапы», принять участие в которой, помочь бездомным животным, может каждый желающий. На днях корма для кошек и собак собрали воспитанники Йошкар-Олинского детского сада «Пчелка». Подробности у Ирины Малакановой. У бабушки есть котенок, зовут Алиска. Алиска? Дамир, кто есть у тебя? У меня есть... собака. Ее зовут Барсик. В Йошкар-Олинском детском саду номер один ребята на занятиях изучают названия животных, группируют их на домашних и диких. Вот только в какую категорию отнести домашних питомцев, оказавшихся на улице, пока непонятно. У многих из этих малышей дома живет кошка или собака, о которых заботятся и любят. Но оказывается, не всем животным так повезло. Не у каждого котенка и щенка есть мама и любимый хозяин. И, конечно, им очень хочется помочь. Но прикармливать животных, особенно собак, на улице, не самая удачная идея. А вот помочь организациям, которые занимаются бездомными животными, самый надежный способ внести свой вклад. Все началось с того, что мы увидели сюжет на телеканале «Мэтр». Увидели о том, что объявили акцию «Добрые лапы» и решили с ребятками поучаствовать. Сначала только мы участвовали в этой акции, потом к нам присоединились все группы детского сада. И наша акция была всего неделю, но за неделю нам удалось собрать очень много всего необходимого. В основном, конечно, это корма, но также приносили игрушки, шампуни и даже лекарства. Всего родители и дети детского сада «Пчелка» собрали 10 коробок различных вещей, необходимых животным и волонтерам, которые о них заботятся. Все это для акции «В добрые лапы», которую проводит наша телерадиокомпания «Мэтр». Все собранное мы отдадим в приют фонда помощи бездомным животным «Маленькие друзья с большим сердцем» и в приют для собак «Динка». Чуть больше недели осталось до конца акции, но вы еще успеете принять участие. Вот этот контейнер в виде будки стоит у нас в редакции на Патриаршей площади. Приносите корм, различные средства по уходу за животными, чистящие средства, игрушки. И все это добро, набралось уже немало его, мы передадим в добрые лапы бездомных животных. Редакция «Мэтра» находится по адресу город Йошкар-Ола, Царьградский проспект, 37. Полный список того, что необходимо приютам для животных, можно найти на сайте metr12.ru.